Вес конструкции более полутонны. Изготовлена она из ярких и прочных композитных материалов. В ночное время суток новая надпись «Анапа» будет видна издалека. В подсветке используется более 1500 светодиодов. У нее хорошие габаритные размеры, то есть высота более 6 метров, ширина более 8 метров. Она представляет собой, символизирует то, чем славится курорт Анапа. Это волны, это солнце, это паруса. То есть на этой стеле изображена, ну, как сформулирована концепция курорта, чтобы ты приехал и все это увидел. То есть при въезде, чтобы у тебя было уже праздничное настроение, чтобы ты мог это, чтобы ты понимал, куда ты въезжаешь, что вот да, ты попадаешь в сказку. Сегодня специалисты проверят новое украшение курорта в тестовом режиме. Окончательный ввод в эксплуатацию планируется через пару дней. Еще одна новинка появится и в сердце Анапы на пересечении улиц Крымской и Крестьянской. На месте стелы, уничтоженной во время дорожно-транспортного происшествия, установят новую световую композицию. Будет очень много динамики, потому что по предыдущим работам по Симферопольскому шоссе, я думаю, многим понравилась светодинамическая конструкция, очень насыщенные яркие цвета. То есть я бы хотел, чтобы мы попали в такой же, как сказать, диапазон цветовой, и чтобы это было, ну, насыщенно, очень ярко. Вот сейчас бьемся над этим, потому что размеры у нее очень большие, и как это соотнести размеры и светодинамику, чтобы оно никак не перебилось и не потерялось. Вот сейчас над этим бьемся. По предварительным данным, эти работы планируется завершить к середине июля.